Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы посмотрим очень какую-то странную игру, которая называется Project Медведь. Проект Медведь. Ну давайте смотреть, что игра из себя представляет. Что-то должно быть забавное и интересное, как минимум. Погнали. Так, неделю назад в лаборатории по разработке медведей-танцоров. Медведей-танцоров? Вот это да. Ну-ка давайте. Это что такое? Ой, это медведи? Что-то вообще единственное, на что реагирует объект, это музыка. Слушайте, ну это ни хрена не похоже на медведей. Конечно, в лаборатории их вывели каким-то там способом. О, он еще и растет, прикиньте. Нифига себе, а что у него за шипы такие на спине? Опа, нифига себе. Соберите музыкальную группу и покажите ему, кто здесь главный. Нифига себе, вот это что-то забавное, какая-то фигня. Так, музыкальная группа. Это у нас кто? Так, ей нужна балалайка, хорошо. Аккордеон. Тебе что нужно? Ложки и гусли. Так, и чего? Так, здесь расположены музыкальные инструменты. Найдите их и раздайте своей группе. Ну, окей, дальше что? А как переключаться с 1 на 3? Вот, вот так. Если вы видите этот знак, значит вас заметили. И вам следует бежать как можно дальше. Красная кнопка запускает музыкальную дуэль, во время которой вам нужно успеть нажимать цифры, указанные ниже. Удачи. Ну, блин. Серьезно? Я не хочу. Управление. ВСД. Q. Бег. Фига, нахрена. Бег на Q. 1, 2, 3, 4. Управление танцами. Ну, окей. Так. А я могу на эту кнопку бахнуть? Сначала нужно найти музыкальные инструменты. Хорошо, давайте пойдем. Так. Блин, тут кровище. Музычка такая играет веселенькая. Эй, Мишка. Ты только не выскочи тут нигде. Ай, музыка! Иди твою, да блин! А что делать-то надо? Ни хрена, у вас осталось 3 попытки. Да пока он выскочил, я даже ничего сделать не мог. Ни хрена. Ага, и он стоит уже тут. И что мне теперь делать? А, все, он пропал. Слушайте, ну, блин, это стрёмно. Я даже от него убежать не могу. Так, ну давайте тут что-нибудь поищем. Музыкальные инструменты мне нужно найти, да? Слушайте, а этот медведь прям очень быстрый. Бежим, 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 валим. Фу, я успел убежать, прикиньте. Пипец он. Тип страшный такой. Блин, он еще выскакивает так резко. Тут еще лабиринты такие. Хрен убежишь. Сортир. О, балалайку нашел. Ай, бежим, 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 бежим. Все, я балалайку нашел. Кому нужна была балалайка? Так, вот тебе, наверное, балалайка. Отлично. Она довольна. И чё? А, у нас камера наверх улетела. Все, она тут сидит на балалайке играет. Короче, мне надо все найти, видимо, музыкальные инструменты, да? И тогда батл будет с этим медведем. Едить твой, блин, он меня поймал. Да это пипец, а я, получается, от него даже убежать не могу. Он меня сразу хватает. У вас осталось 2 попытки. Зашибись вообще. Ну так нечестно. Я хрен от него убегу когда-нибудь. Он прям очень быстрый. Идите твою. Бежим, 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 бежим. Он прям очень быстро за нами бежит. Все, отвали. Отвали, гад. Идите твою. Блин, и схватил меня. Ну это пипец, слушайте, ну это нечестно. Чё за хрень такая? Последняя попытка. Я с этим медведем вообще смогу побороться? Я только одну грёбаную балалайку нашел. Вали отсюда нахрен.
Тут просто нереально что-нибудь найти, на него не нарвавшись. Вон он идет, смотрите. Радостный. Танцует. А мы валим. А мы валим в другую сторону. Пошел в задницу. Так, что мы тут можем найти? Нам надо другие инструменты музыкальные найти. О, я нашел. Так, подождите. Где ты выскочил-то? Ай, да блин, ну я... А я все, я не могу там выйти, получается, потому что этот хрен дорогу перекрыл. Вы побеждены, ну зашибись вообще. Ладно, давайте попробуем еще раз. Я это все понял, что, блин, этого медведя создали какого-то вообще бестолкового. Блин, ну мы смогли два найти музыкальных инструмента, но сложно от него убежать. Во-первых, почему бег на Ку, он очень неудобно управлять, когда на Ку сделан бег. Во-вторых, у нас какое-то управление мышкой очень, ну, Санса настроена очень неправильно. А прикиньте, еще все медведи вот эти вылезут. Типа их тут четверо будет. Или нам нужно будет их всех по очереди победить. Странная вообще игра, прям реально странная. Ну, с одной стороны забавная, но, блин, она сделана так, блин, что прям нерв начинает подымать. Реально. Я могу, блин, так, настрой... О! Чё, все на эпик выстрелено. Чувствительность мыши, вот. Давайте. Во, блин, я хотя бы теперь шевелиться могу. А управление я могу тут поменять? Ни хрена я не могу, прикиньте. То есть у меня бег так останется на Ку. Так, надо вспомнить, где я нашел балалайку. В сортире я нашел балалайку. Бежим ее сразу. Отдадим. Так, забирай балалайку. Так, теперь надо найти ложки. Ложки у нас... Ложки ни хрена у нас. Где-то вот тут ложки. Идти твой... Идет, товарищ. Идет, товарищ. А он быстро ходит, кстати. Где ты там? Опа, опа, опа. А я свалил. Обломился. Так, он ушел? Или он тут за углом стоит? Ушел вроде бы. Иди, твою дом. Почему он все время там-то тусуется? Мне ложки надо забрать. Отвали, дебил. Давай, прикиньте, он идет за мной. Так, все. Вроде ушел. Я, по крайней мере, надеюсь. Сейчас я опять, наверное, пробегу, и он опять там. Да ты прикалываешься. Пошел в задницу. Как мне от него убежать-то? Я вот тут могу вообще пробежать? А, я тут могу пробежать. Отлично. Так, бежим, просто хватаем ложки. Да бери уже быстрее, сейчас этот хрен сюда зайдет. Ой, вот он. Отвали. Пошел в жопу. О, блин, наплясывает. Пошел в задницу. Бежим, бежим быстрее отсюда. Так, нам главное не заблудиться. Где ты там выскочил-то? Ой, блин, не сюда. Охренеть. Так, ладно, ложки я нашел тебе, да? Отлично. И мне еще два инструмента надо найти музыкальных. Хрен, вот просто даже не знаю, где они лежат. Так, это что, пылесос? А, смотрим внимательно. О, серьезно? Баян, оказывается, рядом прям лежал. Да где ты там выскочил? Так, кому, Баян, тебе? Отлично, а тебе что осталось найти? Балалай... Подожди, я же... А я что сейчас принес? Это не балалайка? Ладно, давайте дальше смотреть. Тут где-то еще должна быть одна комната, где что-то у нас стоит.
Ну тут по-любому. Иди твою, он тут уже гуляет. Говна кусок. Так, в сортире мы были. О, пляшет, бежит за мной, гад. О, вот тут мы. И тут, блин. Эй! А, я пробежать не могу. Быстрее. Пробегаем. Мимо. Охренеть. Где ты? Где? Я его просто не вижу. С какой он стороны там пляшет? Охренеть, блин. Вот побегает не вот тут. Когда у тебя бег нормально не работает. Так, ну вот тут ни хрена нету балалайки точно. Да ё-моё, пошёл в задницу, задолбал ты. Какой-то дикий прям медведь. Уходи. Ух, блин, у него рожа на немезис похожа. А чё, сюда зайдёшь? Не, не можешь зайти, да? Так, тут мы нашли. Где-то ещё теперь надо искать. В сортире мы нашли. Он где-то вот тут на складе, мне кажется. Есть. Теперь главное на этого урода не нарваться. Бежим, бежим. Все. Мы нашли все, прикиньте. Нам теперь главное добраться до места нашего. Все, прикиньте, мы нашли все инструменты музыкальные. И типа сейчас батл мы должны произвести. Блин, еще надо на нужные кнопки нажимать. Ну давайте попробуем. Хрен его знает, получится или нет. О, нифига, какой-то мужичок вышел. Так, и что нажимать-то надо? 3. 1. Ни хрена себе. 3. 3. 1. 4. А, блин. 2. 1. 1. 2. 1, 2, 3, 1, да я же нажал, 2, 1, 1, да я нажимаю, нифига не срабатывает почему-то. А мне кажется, блин, проще на все кнопки давить. Жмешь, смотрите, если давить на все кнопки, то что, не говорит, что игра по... Ну ты лошара. Короче, я проиграл, прикиньте. Ни хрена не получилось, но я почему-то, не знаю, я давлю на все кнопки, и что-то ни хрена в итоге не выходит. Почему-то я все равно проигрываю. Хотя мне пишут, молодец, молодец, молодец. И причем, что странно, вы заметили, вышел дед какой-то. То есть это не я вышел, это вышел какой-то дед в шляпе и начал танцевать с этим медведем. Это я типа что, за этого деда, что ли, играл? Очень странно. Ну, блин. Ну, мы, короче, нашли все музыкальные инструменты тут. В принципе, даже не сложно, если понять, как бегать от этого засранца, от этого медведя огромного, танцующего и трясущего пятой точкой под музыку. О, видите? Ему нравится танцевать, но, блин, если ему нравится танцевать, какого хрена он за мной гоняется тогда? Вот это как-то немножечко не вяжется. Ладно, погнали. Ну, давайте попробуем еще раз. Я не знаю, сейчас поймает он меня или нет. А я тут, кстати, заметил, даже прыгать не могу, прикиньте. Я просто тут тупо не могу прыгать. Не знаю, почему. Так, кому там баян нужен? Тебе? Хватай баян. Так, дальше идем. А, где у нас? Дальше, по-моему, сортир у нас. Так, идет этот хрен. Просто уходим от него. Идем в другую сторону. Идем, забираем в сортире балалайку. Иди, твой, напугал-то, о, говнюка. Выскочил. Раньше времени напугал меня, пипец, реально. Даже не ожидал, что он выскочит. Ай, блин, мне сюда же тоже надо. Но я два инструмента взять-то не могу. Мои руки уже заняты. Зашибись. Так, вот он. Так, Мишка. Мишка веселый. Я понимаю, что тебе хочется
меня в свои объятия взять, но ты как-нибудь это, пыл угомони, ну его нахрен, я еще как-то хочу пожить. Где, блин, проход-то в мою комнату? Вон он, блин, в самом углу. Так, кому балалайку? Балалайку не тебе, вот тебе балалайку. Так, теперь бежим за ложками. Где ты выскочил? С какой стороны? Вот он где-то тут. Вот он. Да блин, ну зажал. Зажал говнюк меня, все-таки он тут. Ладно, у меня еще есть 3 попытки целых. А, я балалайку все равно, смотрите, забрал. Отлично. То есть мне получается только эти ложки дебильные осталось забрать. Если я вспомню, где они лежат. Ложки у нас... Где у нас ложки-то лежат? Вот он. Идет уже, пляшет. Друг наш веселый медвежонок. Так, а ложки у нас вот тут вот. Все. Можно забирать спокойно ложки. Сейчас дождаться, пока он сюда дотопает, потому что он по-любому сюда у нас топает. Вот он, блин. Да хороший. Во, смотрите, прикольный. Наплясывает. Чувак такой на позитиве вообще. Но вот только у меня ни хрена никакого позитива нет, когда он за мной бежит и пытается меня убить. Мне как-то это очень стрёмно. Так, ну все, отдаем ложки. У нас типа все готово. Так, ну давайте попробуем еще раз этот батл пройти. Я не знаю, но я, блин, нажимаю все правильно. Ну, блин, очень быстро кнопки пролетают. Да просто нереально. Я нажимаю, но ничего не происходит. Прикиньте. Не знаю, как будто у меня цифры отключены. Вот, ну, смотрите, я, кстати, же что-то делаю. Кручусь. Вот так вот, да. И, короче, я опять лузер, походу. Красавчик, красавчик, лошара. Жмешь. И, короче, я проиграл. Мне надо эту полоску, видимо, до конца было довести. Ну, ни хрена. Это я, овация для вас. Поздравляем. Ну, ни хрена. Прикиньте, получилось пройти, оказывается, дальше. А, все, конец, я думал, там следующий медведь вылезет из пробирки, и мы уже будем против него там новые какие-то инструменты собирать, батлиться. Оказывается, нет, вот такая вот маленькая игра. Слушайте, ну забавно сделано, я даже не ожидал, блин, что-то такое будет. Реально не ожидал. Ну, смешно, да, такая небольшая игра-поделка. Полноценной игрой ее какой-то назвать нельзя, ну, это больше как демка, наверное. Но сделана она прикольно, с юмором. Понятно, что тут ничего серьезного не могло бы быть. Вот. Даже по одному названию понятно и по описанию того, что предстоит сделать, это уже было, блин, как-то смешно, забавно и понятно, что ничего серьезного впереди не будет. Но могу сказать, если хотите попробовать пройти, скачайте, поиграйте. Блин, ну забавная игра, реально. Я думаю, минут 20 удовольствия она вам точно доставит. А на этом все, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.